Наталья Лифанова, кроме прочего. Здравствуйте. Стихотворение называется «Люди-улитки». Люди. Люди, они разные. Неосторожные, пылкие, страстные, загадочные и ранимые, улыбчивые, строгие, любимые, нелюбимые. Бывают люди-улыбки, люди-обман, люди-ошибки. А бывают люди-улитки. Ох, интересное они до безумия. Легко стать могут предметом долгих ночных раздумий барышень чувствительных в месяце июля. Хотя, вот с июля мы, пожалуй, немного загнули, но все же продолжим. Представьте улитку. Домик, мягкое тельце, усишки, рагули. Улитка – исследователь по натуре, но только с условием, чтобы не кольнули, чтобы на своей территории только, и непременно ровного толка. Но любопытны порой бывают, тянутся даже к тому, что не знают. Правда, коснешься легонько, и что же? Улитки уж нет, слишком тонкая кожа. Мораль не подлежит здесь сомнению. Избыток с улиткой общения грозит посидением и остервенением. Что это такое? Коромыслом дни раскачаны, лестницы и этажи, словно схватками мертвые схвачены. Сказано держать — держи. Замороченные, осмеянные, видно жизни напролет, их терзает озадаченный, одинокий кукловод. И избиты, и прокурены, и оставлены одни, чтобы на стенках в душнем улье рыжей пылью стать смогли. Нежности на двоих моей не хватит, наверное. Скверно скулой встречать друг дверной косяк. Ты мне сказал как-то раз, что стерва. Что ж, постараюсь, чтоб было так. И не выходит беречь нервы. Сам знаешь, дышим уже не в такт. Но доиграть нужно непременно. Пьеска дешевый, последний акт. Хватит писать стихи о любви. Глупо и жалко это. Она же пятая из стихий. Она не дает ответа. Как там сказал Оскар Уайльд? Любовь убили поэты? Не веришь? Скажешь, звучит цитатой из пошлого горя либретто. А ты попробуй словом измерь тоску на руинах лета. А ты попробуй, захлопни дверь, к чертям пошли все советы. А ты попробуй, перепиши исчерканные тетради. А ты попробуй, не согреши, напрасно лишь нервы тратишь. И каждым словом сжигай мосты, бей по распахнутой настежь ладони. Знаешь, там, куда ты спешишь, никто не найдет, и никто не догонит.